Входи, пап! Чай с чабрецом и медом. Ненавижу мед! 20 лет одно и то же. Доча, мед очень полезен при анемии, потому что там большое количество меди, железа, глюкозы. А у тебя, между прочим, пониженный гемоглобин. Ну, знаешь, от твоей опеки можно и заболеть. От родительской опеки еще никто не умирал. Значит, я буду первая. А у тебя, между прочим, плохой аппетит. У тебя растущий организм, поэтому нужно побольше витаминов, микроэлементов. Там, папа! И пора завязывать с этими танцульками. Пап, ты хотел диплом, ты его получил. Ты хочешь, чтобы я заняла твое место в бизнесе? Я морально готовлюсь. Ага, поэтому ты не вышла сегодня к завтраку. Проспала. Ага, проспала. Опять что-нибудь задумала, да? Ну что ты, папочка? Даже папочка? Просто решил смириться. Ты же меня все равно никуда не отпустишь. Конечно, не отпущу. Потому что свобода в твоем возрасте и твое увлечение – это путь в никуда. Ну, вот видишь, не всегда же нам ссориться. И что, ты готова заняться бизнесом? Не против. Завтра. Да? А что, откуда такие перемены? Перечитала классиков под домашним арестом. Кстати, он теперь кончится? Конечно, кончится. Я распоряжусь. Я что, ты готова посетить производство, пообщаться с персоналом? Ну, конечно. Ага. Я пошел на работу. Вечером обязательно поговорим. Хорошо, папочка. Папочка. Так, Надя, охрану усилить. Угу. Закрыть все входы и выходы. Проверить камеры наблюдения. С нее глаз не спускать. Угу. Да, все звонки, входящие и исходящие,
все фиксировать. Да, если она не спустится к обеду, обязательно принесите ей в комнату. Что-нибудь сегодня случится, чует мое сердце. Виктор Андреевич, таблеточку. А потом. Да. Вы не волнуйтесь, да. Девочка под присмотром. Да. Будет сделано все. Да знаю я, Надежда Семеновна, сегодня нужны какие-то нестандартные решения, я не знаю, импровизация. Она почти согласилась. Не может быть. Да. Значит, точно что-то будет. Охрану усилить, закрыть все входы и выходы, проверить камеры наблюдения, с нее глаз не спускать. Все звонки входящие и исходящие фиксируем. Если не спустится к обеду, принесете в комнату. Что-то будет сегодня вечером. Угу. Будет сделано. Здрасте. Вы что ли в аэропорт? Я, поехали быстрее. Как скажете. Обстановка вроде приличная, а посуда убогая какая-то. И не говори, совок. Да. Ну так вот. Целая партия поддельного инсулина. Да. Представляешь, какой-то попадос? Партнеры вроде проверенные. Чуть не разорились. Да я знаю. Все аптеки почти закрыл, на производстве стоим, товар проверяем. Ты понимаешь, Юр, мне помощник нужен, чтоб я доверял ему как себе. Вот. Дочь на смену готовлю, она у меня умница. Убежала она. Да. Красный диплом, иностранные языки. Она, знаешь, какая у меня? С выдумкой. Да, латынь знает. Виктор Андреевич. А? Вы только не нервничайте. Кто это? Толик. Вы все уволены. Найти и вернуть. Вы что-то сказали, Виктор Андреевич? А? Что я сказал? Посуда здесь убогая. Ты думаешь, только у тебя такая беда? Угу. Мой Семен, знаешь, сколько раз бегал? Угу. Где я его только не находил? Каким я только фортель не выкидывал. Да. Независимость мне свою доказывал. Угу. Твоя Аленка по сравнению с ним просто ангел. Аленка. А теперь смотри, за ум взялся. О, было. Было. И сейчас вице-президент компании. Хочу ему в следующем году передать контрольный пакет акций. Чтобы акционеры уже понимали, какой расклад. Кроме своих детей, доверять больше некому. Ты же знаешь. Да.
Такой у нас бизнес. И как? Что как? Как ты этого добился-то? А, доженил я его. Любовь? Дисциплина. А-а-а. Ну, я свою люблю. Ролевые игры, забава миллионеров, понял? Понял. Молодец. Я не понимаю, в чем проблема. Я что, не могу пригласить друзей в гости? 150 человек на завтрак? Это только ближний круг. Алена, это не друзья. Это отвлекающий маневр. И что ты теперь сделаешь? Ты на цепь меня посадишь? Лучше. Я выдам тебя замуж. Интересно. А кто же у нас муж? Кто у нас муж? Да, кто муж? Тебе интересно? А первый холостяк, который попадется мне на глаза. Очень смешно. Тогда смейся. Молодой человек, вы женаты? Женат. Жаль. Пап, стой, ты что, серьезно? А, что ты думаешь, милая моя, шутки кончились? Подожди, ты что, хочешь испортить жизнь своей единственной дочери? Ты хочешь испортить жизнь своему единственному отцу? Так, никого. Ты будешь заниматься семейным бизнесом? Ну какой из меня фармацевт? Значит, ты хочешь заниматься своими бессмысленными танцульками? Это не танцульки! Меня приглашают работать в лучший театр Европы! Ой, слушай, не смеши меня, значит, теперь мой ход. И я уж точно не промахнусь. Ты самодур, тиран и психопат! Там мужчин наверху есть? Нет. Что поделаешь, родители не выбирают. О, музыкант. Ребят, можно вас на секундочку? Так, не женатый есть? А чё? Ну, я. Наркомания, шизофрения, алкоголизм не страдаете? Вроде нет. Тогда у меня к вам предложение. Можно вас? Не слушайте его, молодой человек. Слушайте меня, молодой человек, потому что я вам предлагаю полную раскрутку вашего музыкального коллектива. Клипы, чё, телек, радио, гастроли, а? В общем, полная раскрутка. Ну? Круть. Шутите, да? Я похож на клоуна? Нет. Ну? Соглашайся, Вань. А что взамен? Взамен, вот ключевое слово. Взамен, взамен я предлагаю вам жениться на моей дочери. Бред! Это не бред! Еще раз повторяю, это важно! Полная раскрутка вашего коллектива, ну? А что, нормально? Да, просто это как-то неожиданно. Неожиданно? Все хорошее в этой жизни бывает неожиданно. Итак, гастроли. Обложки. Миллионы фанатов. Только попробуй. Я тебе такое устрою. А? Какой дивный темперамент. Как вас зовут? Ваня. Ваня, соглашайтесь, Ваня! Хорошо, я согласен. Настоящий мужик. Да, я тебя понимаю. Не, давай. Настоящий мужик. Я вас поздравляю. А это лично от меня. Ну, никто не обещал, что будет легко. Значит так, или ты заканчиваешь бунтовать? Я еще не начинала. Послушай меня внимательно. Ты сам послушай. Ты совсем рехнулся отдавать меня человеку, которого я в первый раз в жизни вижу. Значит так, завтра вы идете в ЗАГС и подписываете это заявление. И
проваливайте с глаз долой в это свадебное путешествие, понятно? А если я откажусь? От путешествия? Ставить свою подпись! Тогда отца у тебя больше нет, понятно? Хорошо, но у меня условие. Какое? Через 2 недели в Берлине собеседовать. Ну? Если твой жених откажется или сбежит за это время, ты отпускаешь меня в Берлин. Согласен. Но если ты сбежишь от него, тогда о Берлине можешь забыть. И будешь слушаться впредь меня беспрекословно. Отлично. Отлично. Готовь прощальный ужин. Готовлю. Чего вам, ребят? Так мы жениться хотим. Да. Спасибо, вакансия уже закрыта. Идиоты! Виктор Андреевич, я сейчас, хорошо? Давай, давай. Опа. Поздравляю, доченька. С чем? Ну как, ставки сделаны? Да. Только ты не на ту лошадку поставил. Ну, до финиша еще далеко, посмотрим. И где ж твой фаворит? А он за машинкой пошел. А вот и она. Это ты называешь машиной? Ну, не все же тебе на лимузинах-то разъезжать, доченька. А что, такси в аэропорт нельзя было заказать? В аэропорт можно, а ты едешь с Ваней на гастроли. А предупредить? Так сюрприз же. Ты... А, поехали. Виктор Андреевич, вы уверены? Может, вернем? Нет, мы должны это выдержать. Ну, отвлечется от побегов, по крайней мере. А вдруг проиграет и побудет дома хоть какое-то время. Да. Ты проследи, чтобы я не дал слабину. Я? Ну а кто же еще? Ты теперь вся моя семья. Да, Надежда Семеновна, надо как-то проследить за ними, что ли. Машина уже отправлена, и вот на этом экране вы будете видеть ее всегда. Это прямая трансляция, сигнал идет через спутник. Могут быть помехи, но в принципе опция круглосуточная. Надежда Семеновна. Ну а как иначе? Стой! В чем дело? Сдай назад. Зачем? Назад сдай, говорю, давай быстрее. Едем. Давай. Еще. О, все, хорош, останови. Ты можешь объяснить, в чем дело? Да ничего, там просто дальше сеть не ловит. Фу ты. Куда? Подожди, мне еще подруга не ответила. Ничего страшного, поскучает подруга. Тебя где водить учили? В ансамбле песни и пляски. Тормози, плясун! Значит так. У тебя свадебное путешествие. Забываешь про подруг, думаешь про жениха. А что тебе думать-то? Карму портить? Маньяк. Истеричка. Хам. Стерва. Жлоб! Циник. Социопат. Животное. Грязное, циничное животное! Козел! Пошли домой. Ну, пошли. Пошли, я тебе молочка дам. Ты куда? Дорогу спросить. Принимай попутчика, дорогая. На. Ой, спасибо вам, ребятки. Да не за что. Вам спасибо. Ой, извините, стесняю. Да вы что, наоборот. Для моей невесты это такая радость. Она страсть как животных любит. Правда? Правда. Ее вон хлебом не корми, дай только какую-нибудь скотину потискать. Молодец какая. Ну и тискай, если нравится. Можешь покрепче обнять, поцеловать можно.
Оно же животное, ласку любит. Угу. Ну, ты не думаешь, что если он козел, он все понимает. Да. А у меня вот туповатый. О, у тебя козленочек есть. Да нет, у меня уже взрослый козел. Молодец, молодец, старик. Давай, 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 зарабатывай свои денежки. Ага. Виктор Андреевич. А? Ой. Пойдем молочко пить. Ты бы еще с коровой кого-нибудь подвез. Да ладно. Я же вижу, как ты любишь природу, животных. И вообще, кажется, нам не хватает принятия и гармонии. А ты молодец. Стараешься жить в согласии с собой. Карму улучшаешь. Воды принеси, просветленный. Принесу. Эй, стой! Ты куда? Ты что? Стой! Ты куда? Стой! Стой! Чего? А я уж думал, без меня уедешь. Сдашь, сейчас проиграл спор. Понял, тряпка. Стерва. Вы только что пробежали второй марафон за день. Открой. Предлагаю закрепить результат, а то вы какой-то непостоянный. Накинем еще 10 км. У тебя бензин кончится. У тебя, я смотрю, давно кончился. Сколько тебе заплатил мой отец? Сколько не заплатил, все мои. Алчный человечишка. Злыдня. Объясняю для особо одаренных. Я согласилась с тобой прокатиться, просто чтобы папа не обижался. И лучше тебе сразу понять, что мы будем играть по моим правилам. Иначе ты не жилец. Слабак! И как таких на эстраду берут? Попалась, да? Ну, иди сюда. Ща. Ты спятил, придурок? Ща я тебя выдеру, как Сидорову козу. Отпусти меня! Я все папе расскажу! Ага. Он мне только спасибо скажет. Ладно. На первый раз телесное наказание заменяется ссылкой. Чего? Вместо СВ поедешь с плацкартом. Нет! Нет, 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 пожалуйста, нет! Эй, тут темно! Я тебе
счастливого пути, дорогая! Прости, дорогая, я, наверное, был неправ. Просто ты... Ты такая... темпераментная. Ну что ты, любимый, все хорошо. Мне... Мне в этом багажнике даже лучше. И прохладно, и солнце не светит так ярко, и есть о чем подумать. Просто, понимаешь, я не хочу быть в твоих глазах каким-то монстром. Ну что там, мой родной, все хорошо. Ты самый лучший мужчина на свете из всех, что я когда-либо встречала. Ну, кроме папы, конечно. Да, конечно, я понимаю, да. Ты знаешь, это именно то, ну, что я хотел тебе сказать. Надо быть чуточку добрее к людям. Совсем чуть-чуть. Самую малость. Виктор Андреевич, ну вы к обеду даже не притронулись. Некогда, Наденька, некогда. Здесь такое творится. У нас сегодня встреча с поставщиками из Швейцарии. Я подготовила проекты договоров. Надежда Семеновна, отменяй. Все отменяй. Надежда Семеновна, ну я не знаю, ты же у меня умница. Ну, придумай что-нибудь. Ну, заболел, ладно? Ну, все. И тебе понятно. А он не перебарщивает, этот ваш фаворит? Да нет, наоборот. Пускай она знает, что отец у нее не монстр, что это нормальная мужская реакция на вот ее выходки, да. А я все-таки делаю ставку на вашу дочь. Я ее характер знаю. И если вам не удалось ее укротить, то кому-то вряд ли удастся. Посмотрим, посмотрим. Я пошел, пошел. Стой! Тормози, тормози! Останавливайся! Ты что, умереть хочешь? Да не, не, слушай, дружище, извини, вон жена рожает, до больницы не подкинешь? Да, не вопрос. Давай. Выпусти меня! О, слушай, а кто это там у тебя? Жена. Жена? Да. А что в кузове? Поехали, поехали. Да. Бузит. Бузит? Да. Не рожала, что ли? Нет еще. Бегу, 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 моя хорошая. Давай, давай, давай. Ребят, спасибо вам большое. Нет, прекрасно. Нет. Спасибо. Здоровья вам, блядь. Что, блядь, идите же побольше, да? Ну? Пока мы здесь, я могу зафиксировать причиненные мне увечья. Да, кто меня в этот вонючий кузов запихнул? Надо было тебя там и оставить. Да, надо было оставить. Зачем ты меня сюда вообще притащил? А ты хотела сама роды принимать? Да, я хотела. Ой. Алло, алло, тихо. Алло, ты что? Что с ней? Крови она у вас боится. Алена? Так? Сейчас врача позову. Подождите, там скамейки есть. Ален, так, хорошо, сейчас. Лодка! Так, что тут у нас? Да вот, понимаете? О, синкопин. Не волнуйтесь, сейчас приведем ее в чувство. Постойте, тут... Вы муж? Да. Трогательно. Слушаю вас. Понимаете, тут как бы... Пойдемте, у меня тут к вам деликатный вопрос. Вы... Но, как говорил Гиппократ, исцеление – это дело времени, но иногда это также дело возможности. Прекрасно. 15. Возьмите себя в руки, здесь 5 за глаза. Именно потому, что мне придется их на многое закрыть. 15. Да здесь дело 10 минут. Хорошо. 10. 6. И мои благодарные мысли о вас. Давайте 9. И не нужно благодарности. 7. По рукам. Ладно. Алис инсинервьендо кантумур. Что?
Что, простите? Служа другим, расточаю себя. 7500. Очнулась? А я уж думал, ты в коме. Ну, размечтался. Где я? В раю. Доктора здесь сущие ангелы. А что со мной? Да, ерунда. Легкий многоступенчатый перелом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мамочки! Слушай, ну что, ты не переживай, ты тогда свадьба заживет. Да какой свадьбы, меня в Берлине ждут? Все, конец моим танцам. Да, видимо, с танцами придется повременить. Туда не берут хамоножек. Но тут есть свои плюсы. Ты можешь сразу перейти на уровень выше, ты можешь стать хореографом. Да не реви ты, я же тебе говорю, тут есть свои плюсы. Ну какие тут плюсы? Ну, я буду тебя чаще на руках носить. Да пошел ты! Тебе идет. Помочь не хочешь? Чё ты смотришь? Боюсь посягнуть. Да давай уж посягай. Или хочешь, чтобы я еще раз навернулась? И нет, одного раза достаточно. Только осторожно. Иди ко мне, моя хромоножка. Так. Ты что, извращенец? Прости, не тот хват. Да нет, хват-то я вижу еще тот. Надя, а с ней все в порядке? Да, мы все проверили. Вот, мы собрали досье на доктора, который накладывал гипс. Угу. Вот. Угу. Родился, учился, ага. Все операции, пагубные привычки, с кем изменяет жене, ага. Все. Зачем тебе все это? Соленый что? Вот рентгеновские снимки. Перелома нет, она абсолютно здорова. Самые красивые ноги в мире. Мы подготовили дайджест, highlights, так сказать, лучшие моменты. Чтобы у вас была возможность проанализировать материал, угу, и сделать правильные выводы. Так. Угу. Прошел только день. Мальчик крепкий, но мой прогноз... Гипс! Это же элементарно! Она же 3 месяца могла не выходить из дома. Вы это серьезно, Виктор Андреевич? Абсолютно. Она бы забросила свои дурацкие танцы. Какой талантливый мальчишка, а? Какая красота! Не юродствуй! Я не про тебя, я про вид за окном. Это мы куда? Скупаемся. Хочу смыть грехи. Да тебе, чтобы все смыть, придется утонуть. Причем дважды. Зря ты так. Интересно, что у меня совсем не болит? У тебя просто низкий болевой порог. Или же ты абсолютно бесчувственна. Ой, ты еще про мою чувственность порассуждай, умник. Тебе вкатили львиную дозу обезболивающего. Так что кайфуй, пока действует. Ага, с тобой покайфуешь. Алена, где моя одежда? Утонула. Утонула? Угу. Что, вот так вот взяла, сама утопилась, да? Ну, я бы тоже утопилась, если бы у меня был такой хозяин. Серьезно, где она? Ну, в общем, она испортилась. А, испортилась, да? Ты фетишистка, да? У меня был приступ ненависти, я от нее избавилась. Психологи говорят, сдерживать эмоции очень вредно.
Да, тут я тебе верю. С психологами ты явно чаще общаешься. Зачем? Спокойно, спокойно. Я тебе посоветую пару психологических тренингов. Знаешь, все твои зажимы, паранойя, страхи. Это все как рукой снимет. Они отличные специалисты, помогают таким, как ты. Тут были все мои деньги. Где они? Не знаю. У меня было вдохновение, я ничего не заметила. Ага. Как мы теперь поедем? Ой, да у меня на карточке денег на кругосветку. Алён, какая карточка? Мы в степи, понимаешь? Здесь ближайший банкомат. Наличные есть? Нет. Класс. Хорошо. Да успокойся, позвони кому-нибудь. Кому попроси позвонить? О помощи. Кому позвонить? Здесь ни одна сеть не ловит. Господи, ну кончится бензин, дотолкаем до заправки. О, ты просто фонтанируешь идеями. Прекрасно. Здесь километров 100 по трассе. Ну, эвакуатор, буксир. Алён, мы в космосе, понимаешь? Мы в космосе. Да я не знаю, ты мужик, ты решай! Граждане, подайте кто сколько сможет жертвам семейных конфликтов. Let's pray for Maggie May. Her soul has gone astray, and her face is not as pretty as before. Oh, the judge had guilty found her of rubbing the home upon her. That dirty no-go, robbing Maggie May. Все из твоей дурацкой футболки. В Европе шло на ура. Ты бы еще на китайском спел. На горе стоял казак, он Богу молился за свободу, за народ, низко поклонился. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще просил казак правды для народа. Будет правда на Руси, будет и свобода. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Чтобы жены дождались и отцы, и дети, тех, кто ищет правду, мать, да на белом свете. За людей просил казак, да благословенья, чтобы были хлеб да соль во мирных селениях. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону. Ойся, ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты, ойся, ты меня не бойся.
твой самый большой гонорар за всю карьеру. Ну да, ну да. Обычно только половина. Ну вот видишь, штаны тебе подарили, на бензин собирали. Оставь себе на мороженое. А на бензин? У меня есть. Я же не дурак все деньги в джинсах хранить. Наврал? Я хотел продемонстрировать тебе свои таланты. Хотел, чтобы ты раскрыла свои. Угу. Творческая деятельность, она, знаешь, так сближает. Если верить твоим психологам. Ага, давай. Поехали, поехали. Как скажешь. Я теперь твой фанат. Танец с шашками меня почти добил. А тебе не тяжело, милый? Нет, что ты, все хорошо. Ну давай тогда быстрее, то плетемся еле-еле. Конечно, как прикажете, госпожа. Стой! Что? Давай назад, я рюкзак на площади оставила. Назад так назад. А я же косметичку выложила. Ага. А где тогда мой рюкзак? Не знаю. Стой! Что еще? Нет, давай к машине, я там поищу. К машине, так к машине. Хотя как к машине? Ну, я же рюкзак из машины забрала. Но на площади я его тоже не помню. Ну? Ну, а где ему тогда быть в другом месте? Нет, давай на площадь. Конечно, мы ж катаемся. Ну просто дурацкий какой-то рюкзак. Нужно было купить поярче. А к нему еще платье и туфли. О, стой! Туфли! Ну, мой рюкзак под сиденьем рядом с туфлями. Все, давай к машине, к машине. А не слишком много маневров, дорогая? Тебя не укачало? Ты меня травмировал, ты и будешь таскать. Так. Травмировали тебя... В глубоком детстве. Эй! Фу. Ты куда? Отдохнешь немножко. Как ты можешь бросить беспомощного человека? Да тебе пахать можно, беспомощная. У меня вообще-то сложный перелом. У тебя там ничего нет. В смысле? В смысле? Я дал взятку врачу, чтобы он тебе на здоровую ногу надел гипс. Чего? Вот так вот. Ты у меня такая наивная, малыш. Тебя так легко обмануть. Как ты только живешь в этом жестоком мире? Так вот почему у меня ничего не болит. Mm-hmm. Ты уже 3 часа молчишь. Не знал, что женщины так умеют. Моргни 2 раза, если слышишь меня. Андрюх, я тебе говорю. Здесь есть Wi-Fi? Ух ты, кто заговорил? Есть? Я думаю, что здесь нет даже канализации. Канализация тут точно есть. Чем казуешься? Конфедерат. Я хочу сидеть там. Там что, VIP-места? Слушаюсь, мой господин. Здравствуйте. Здравствуйте. Бойкот сменился голодовкой? Да просто эти мужики весь аппетит перебивают. А ты на мужиков-то не смотри. Ты на своего будущего мужа смотри. Они чавкают. А ты не слушай. Чё надо? Чё надо? Чё смотришь? Чё смотришь? Отвали, а! Отвали, а! Чё ты задираешь, а? Они смотрят на меня плотоядно. Они смотрят свою тарелку. А ты струсил и боишься посадить за честь своей дамы. Не понимаю, как их борщ задевает твою честь. Ну ты струсил, так и скажи. Ты ничего не струсил. Угу. Ну-ну. Нормально.
что творишь, коза? Слышу, коза. Простите, за козу придется извиниться. Чего? Офигеть, прикольно, ты ранен. А, прямо в сердце. Я даже немножко испугалась. Замечательно. Тебя. Быстро заводи! Сейчас мы тебя немножко подлечим. Что-то я нервничаю. Что не нравится? Наоборот, привыкнуть боюсь. Сейчас будет немножко щипать. Ау! А можно я тебя тоже ущипну? Сиди спокойно. И здесь чуть-чуть. Спасибо, Айболит. Тебе спасибо. За меня еще никто не дрался. Да ладно. Ну, кроме папиной охраны. Вообще не представляю, как ты с такими бугаями справился. Использовал тяжелые предметы. Я неисправимый романтик. Вот. Теперь все. Что ты сделал, а? Очень смешно. Прям очень смешно. Обхохочешься. У тебя есть чем стереть, а? Дай в Инстаграм выложу. Давай, давай. В моей группе как раз сейчас нужна раскрутка. Если соберешь 100 лайков за час, дам тебе жидкость для снятия макияжа. Что такое? Это что? Приехали. Ну, что у нас на этот раз сломалось? Да ничего. Просто психологическая усталость, машина от пассажира. В смысле? Такой злобой фонишь, что тебя даже отечественный автопром не удерживает. А какой хэштег тебе нравится? Слушай, может, инопланетное зло? Эвергрин? Или контакты третьей степени? Позеленел от горя. Вариант. Черт. Тут даже интернет не ловит. Правильно, попрыгай, попрыгай. Привет байкерам. Окей, передам. Ну, доедем, красавица. Никуда, уже приехали. Такая красивая, и уже приехали? Что ищешь? Садись, подвезу. Сеть ищу. Садись. Я для тебя такие сети приготовлю. Ой, спасибо, не надо. Ну, кто тебе еще тут поможет? Жених. Жених? А почему такой зеленый? Очень ревнивый, потому что. Понял.
Ну как, много лайков? Как можно думать о своей популярности, когда мы торчим в этой дыре? Я, честно говоря, думаю о жидкости для снятия макияжа. Скоро ты заведешься? Я завелся еще вчера, просто ты не заметила. Я серьезно. Час. На, метросексуал. Пойду посплю. Ты чего меня не разбудил? Ты так громко храпел, я подойти боялся. Новости есть? Есть. Две. Хорошая и плохая. Давай без драматургии. Ладно. Хорошая, я починил машину. Плохая, у нас не работает одна фара. И что? Нам ехать по серпантину. Опасно. Какие предложения? Я предлагаю заночевать вон там, а утром поедем. Вот я так и знала! Это все твой долбанный автопром! Я так и знала, я так и знала. Заткнись. Предлагаю выпить за мир во всем мире. Это откуда? Это наш трофей. Твои фанаты подарили, забыла? Ну давай, пацифист. Так а я вроде не воевала. Да. Так. А где ты так научилась жонглировать шашками? Ну это просто танец. Танец? Ну да. Есть такое направление в танцах, вок называется. Его придумали в середине прошлого века нью-йоркские манекенщики. Они просто мечтали подражать моделям, ходить по подиуму, как женщины, позировать фотографам. Это как? Ну вот смотри. Это runway. Проходка по подиуму. А это hands performance. Мне просто оставалось взять в руки шашки. Круто. Надо будет при случае сказать казакам, что они родоначальники танца нью-йоркских манекенщиков. Вот будет радость. Да-да, скажи. Тебя же давно не били. Откуда ты знаешь все эти танцы, историю? Я просто хочу быть хореографом-постановщиком. Тебе для этого Берлин? Мне предложили контракт в Берлинском театре. А там людям вообще абсолютно все равно, чья я дочка, какой у меня счет в банке. Круто. А я думал папе насолить. Да папе я давно насолила. Я с детства танцами занимаюсь, а он все мечтает, что я возглавляю фармацевтическую империю. Ну, теперь твоя очередь. Моя очередь? Ну да. Рассказывай, почему ты стал музыкантом. Я просто ничем другим не умею заниматься. Ну как? Ты умеешь водить машину, ну как минимум. Умеешь чинить мотор, умеешь бить байкеров. Да, да, умею. Я крутой. Ну давай серьезно, рассказывай про музыку. Ну? Сначала я исключил для себя карьеру Мейерхольда и Захарова. Затем Херби Хэнкока и Альди Меолы, потом Ростроповича и Спивакова. Короче, если бы в 13 лет я тупо не начал писать свою музыку, мне бы сейчас совершенно нечем было заниматься. А на чем ты играешь? Почти на всем. Это как? Очень просто. Скрипка, гитара, фортепиано, струнные. И если тебе нужен репетитор по шотландской волынке или варгану, я тоже могу. А где ты учился? Музыкальная школа, джазовый импровизационный техникум, консерватория. Тебе не стыдно? Что? Ну, будь таким образованным. Стыдно. Встречаются снова
Солнце с луною не знают опять, что друг другу сказать. Может быть слово, может другое, может быть лучше пока помолчать. Лучше помолчать, пока помолчать. Луна говорит, зачем тебе день? Звезда отвечает, зачем тебе ночь? Видят друг друга, любят друг друга, разводят руками, расходятся прочь. Бегают кругом, сели друг другу, сели друг другу на хвост. Дрожащей рукою, забыв о покое, пишут на небе письма и звезд. После того, что было между тобой и музыкой, петь попсу. Я просто хочу петь свои песни, понимаешь? Да, у нас у музыкантов, как у священнослужителей, есть те, кто принимает постриг, а потом всю жизнь монашествует, пишет серьезную музыку. А есть те, кто живут в миру. Те, кто всю жизнь сидят в оркестровых ямах и играют классику, считают нас стяжателями, но это не так. Ну вот смотри. Разве плохо, если обычный человек, который не в состоянии отличить Скрябина от Листа, будет утром в машине слушать хорошую музыку? Настоящую, живую. Кто-то же должен ее написать и исполнить. Вот кто, если не я? Так что жизнь миру — это тоже служение и тоже подвиг. Подвиг? Да. Глаголом жги сердца людей. За подвиг? За подвиг. Что-то родное, что-то прекрасное станет тобой. Что-то красивое, что-то колючее нашей судьбой. Что-то смешное, что-то напрасное не потерять. Что-то воздушное, как воздух летучий, надо поймать. Чай с медом и чабрецом.
чай с чабрецом и медом. Мед – лучшее средство от анемии. В нем большое количество железа, меди и глюкозы. А у тебя гемоглобин в крови понижен. Ненавижу мед. У тебя аллергия на мед? У меня аллергия на гиперопеку. Ты встала не с той ноги? Поехали! Чего сидишь? Пойдем заселяться. Ты что хочешь, чтобы я поселилась в этих руинах? Это самый буржуазный дом во всей округе. Достань мои вещи, я вызываю такси. Достаю. Что здесь за связь? А ты куда собралась? До Ниццы-то далековато. В заливе полно нормальных отелей. Там джакузи, сауна, все дела, карточки принимают. Ага. И связь там, наверное, хорошо ловит, да? Да, и связь хорошо ловит. Ну, замечательно. Тогда не забудь позвонить оттуда отцу и сказать, что ты нарушил условия договора, потому что я остаюсь здесь. На! Там во дворе душ. Я все настроил, как в лучших домах Парижа. Мерси. А сейчас мне нужно отъехать по делам. Ты отдохни пока. Помоги тете Гале. Эй! По каким делам? По важным взрослым мужским делам. А где море? Идем со мной. Залезай. Видишь? Вон там! Железная кровать с пружинами. Постепенно прыжки становятся все выше и выше. Страхи уходят, радость от полета, подъем над тревогами и заботами. И вот, посмотри. Сальто на живот. На спину. И все это с нижней точки. Ага. Вот, общая концепция хореографии остается такой же, под фонограмму, которую ты мне давал. Я буду импровизировать. И еще один моментик. Посмотри, пожалуйста. Ага. Будем снимать вместе с кенгуру. Человек и кенгуру бок о бок парят в воздухе. Слушай, я понял. Хорошо, нормально. И всем тоже захочется прыгать. Вы сделайте. Мы потом на монтаже, ну там, под коды, под проигрыш что-нибудь будет. Такой экшен. Вообще там с переворотами, с разряда. Да. Не пытайтесь повторить это дома. Да. Привет. И обязательно нужно обсудить костюмы. Вань, ты меня слушаешь, чтобы мы со Стеллой не были в одной цветовой гамме. Ну, там бикини, купальники, не знаю, подкрытие. Это есть твои мужские дела? А это кто? Ты знаешь? Это... ну, да, Алена. Знакомьтесь, это Алена. Алена, это... Да, тут все понятно. Что происходит? А ты меня оставил там дома одну? С этими муравьями, с тетей Галей? А сам тут с этими кувыркаешься? Как же так можно, Ванечка? Ты оставил девушку одну дома. Да, Алена, что происходит, а? А я не девушка, я его невеста.
Невеста! Ванечка, у тебя есть невеста, так здорово. Ну, у нас как-то так все неопределенно. Да, у нас так неопределенно. Боже мой, как у вас все запутано, закручено. Я обожаю такие истории. Знаешь, у нас не запутаннее, чем у вас. В общем, общая концепция мне понятна. Мы со Стеллой пойдем порепетируем вместе. Да. Стелла, спускайся, а вечером я зайду, и мы обсудим райдер. А ничего так у нее концепция, да? И райдер неплохой. Девчонки просто вот на батуте прыгают, а мы обсуждаем съемки клипа. И... А, клип, съемки? Да. А, ну тогда понятно. Я, понимаешь, хочу такой... клип в олдскульном стиле, как у Led Zeppelin, когда Прыжки? Там у него... А я тоже хочу попробовать. А ты умеешь? А что тут уметь? Даже дети умеют. Да? Да. Ну, вообще-то это сложно координационный вид спорта. Тут нужны навык и талант. Талант? Да. А у меня, по-твоему, его нет? Вообще... Алён, это серьезная штука. На ней космонавты готовятся к невесомости. А у тебя нога еще вчера была сломана. Сальто! Ну, так, любительский уровень. Чего? Говорю, девчонки и без батута прыгают круче раз в 100. Алена, Ален, ну, очнись. Ален, пожалуйста, ну скажи что-нибудь. Я не знаю, ударь меня, пни меня, Ален. Алена, милая моя, пожалуйста, ну скажи что-нибудь, Ален. Я не твоя, милая, придурок. Все в порядке. Все хорошо, она меня узнала. Расходись. Нормально. Ты пошевели рукой, а ногой, а шеей? Виктор Андреевич, я не понимаю, на что вы рассчитываете. Это надо прекращать немедленно. Они поубивают друг друга. Вон, даже наши люди уже не в состоянии контролировать ситуацию. Нормально. Да пусть она занимается танцами, лепкой, вязанием, чем угодно. В Берлине, в Пекине, в Адис-Абибе, где угодно. Но пусть она будет живая и здоровая. Вы понимаете, о чем я? Понимаю. Она ваша дочь. А это значит, что она умрет, но не сдастся. Давайте не будем ставить ее перед таким выбором. Вы понимаете, о чем я говорю? Да понял, понял я, Надь, не дурак. На. Давай, собирай вещи. Слушай, я же знаю про твой договор с отцом. И... если ты хочешь лететь, лети. Я сделаю вид, что сбежал. И все. А тебе не влетит? Мне уже влетело. А твой договор с отцом? Гонорар?
Это не важно. Итак, в качестве извинений за свои зверства я предлагаю тебе песню. Специально для тебя. Песню? Да, песню. Прям тут? Да, прям тут. Да, я понял. Спасибо. Средь серых кварталов лежит тишина. Я знаю, ты снова одна. И погасшие окна, пустыня из крыш. Куда ты сегодня летишь? Но я ищу тебя. Я ищу тебя, где ты? Я ищу тебя, где ты? Я ищу тебя, где ты? Где ты? Где ты? Среди синего неба, неба, неба. Где я? Где я? Не был. Ты оставила сердце где-то, но где вы? Где вы? Я не был, я буду с тобой. Где бы я ни был, я буду с тобой. Я буду с тобою на любом берегу, любом берегу. Я буду с тобой, я смогу, я смогу среди круговерти созвездий и лун поймать тебя в сети и струн. Фу! Ну, пойдем спать. Завтра самолет рано. Thank you.
Можно выключить? Да не вопрос. Забыли что-нибудь? Да. Скорей. Ну чё, где Аленка? Здрасте, Виктор Андреевич. Здорово, здорово. Уехала она. Сдался? Да, сдался. Простите, не оправдал. Не оправдал. Ты как батя твой. Все, что не сделали, на себя вину брал. Садись. Да не грусти ты. Кину я тебе деньги. На твою карточку хватит тебе и на альбом твой, и на клип. Не надо денег. Почему? Ну, во-первых, я условия не выполнил. А-а-а. А во-вторых... А, неважно. Да ладно, пусть катится в свой Берлин. Кстати, она туда и катится. Через полчаса вон рейс. С катертью дорожка, правильно я говорю? Угу. Ты с ней всего пару дней, а вон уже грустный, музыку депрессивную играешь. А я с ней 21 год вместе. Серва она, как и мать ее была, царствие небесное. За это я люблю. Она у вас замечательная. Да. Красивая. Угу. Умная. Искренняя. Талантливая. Мне бы очень хотелось, чтобы она была счастлива. Забыли, что ли, что? А где Ваня? Так съехал уже. Куда? Не знаю. Разминулись, что ли? Где его искать теперь? Музыкант Ваня? Да. Не знаю. Ну как, девушка, ну вчера пел здесь. Да вчера не моя смена была. Ну как, ну, они выступали, группа, песни пели, такие еще красивые все.
Ну, у нас все красивые. У нас плохие группы не выступают. Уехали, значит. У них концерты на полгода вперед расписаны. А что вы так расстраиваетесь? Пропало что-то? Да при чем тут? Вы к директору зайдите, он всех знает. Ага. Да, пропало. Вы должны его найти, этого вашего музыканта Ваню. Он у вас вчера работал. У меня пропали серьги. Давайте сейчас вызывать эту милицию, полицию, я не знаю, там, службу спасения. Потому что это точно он вчера весь вечер на них пялился. Я не знаю, это подарок моего отца, они целое состояние стоят. Какие серьги, доча? У тебя даже уши не проколоты. Пап, а ты как тут? Так ведь дела, доча. А кто тебя обидел? Никто. Папочка, пожалуйста, верни его. Кого? Ваню. Подожди, так ты же сама его бросила. Нет, я подумала, я поеду в Берлин, у меня все будет хорошо. Ну? А теперь я поняла, что мне без него ничего хорошо не будет. Пап, пожалуйста, найди его. Я буду всегда тебя слушать, обещаю, пап, пожалуйста, только найди. Успокойся, я уже его нашел. Вот он, поверни. Рекомендую. Васильев Иван Сергеевич, сын моего старинного армейского друга. А также хозяин ресторана и, по совместительству, если я не ошибаюсь, твой жених. Вы что, все подстроили? Не-не-не, ну не все. А как же твои танцы? Ну, я подумала, что можно здесь открыть свой театр. Угу. И я буду приглашать разных хореографов. И художественный руководитель у меня уже есть, а директором будет папа. И не, доченька, у тебя денег не хватит на мой гонорар. Надюш, представляешь? Мне только театра не хватает. Да, Витюша, уже ищу помещение и сцену. Надюш, ты умничка. Надюша? Витюша? Я что-то пропустила. Беру пример с тебя, дочка, женюсь. Да-да-да-да-да-да-да. Ну все, Надежда, готовьтесь. К чему, Алена? Как к чему? К чаю с чабрецом и медом в постель.